Леголас, что видит твой эльфийский взор? А что слышит слух? А что чует нюх? В 100 лигах от нас горит деревня. В Дарасе варят пиво. А в 20 метрах от нас конный разъезд раханской милиции. Только я их почему-то слышу, но не вижу. У кого-нибудь документы есть? А нафига нам документы? Я свободный гном! Куда хочу, туда иду! Эльфийскому принцу документы не нужны. Это ты в отделении 15 суток объяснять будешь. Документики! Секира и борода! Вот мои документы! Мы преследуем Рокхаев. Мы ночью встретили кое-кого. Перебили, сложили в кучу и сожгли. А наших друзей, хоббитов, вы там не видели? Они как дети. Дети должны по ночам дома сидеть. Некогда нам было разбираться, мы торопимся. Перебили на всякий случай всех. Хотите, мы вам коней дадим? Ну давайте. Вы что делаете? Мы слышали, эльфы любят ездить без седла и сбруи. Вы что, с ума сошли? Сделайте, как было. Приятного пребывания в Рохане. Кстати, будьте осторожны, здесь бродит белый маг. Подкрадется сзади и не заметите. Мы трогаемся, поставим новый рекорд. Whoa!